Добрый день, дорогие друзья! Вы уже готовитесь к Новому году? Или, может быть, продумываете сладкие презенты для своих близких? Если да, то, думаю, это видео вам точно понравится. Ведь мы приготовим вкусные имбирные пряники и красиво их украсим. Итак, для пряничного теста нам понадобится 400 грамм муки, 3 чайные ложки соды, 2 яйца, 4 чайные ложки молотого имбиря, 3 чайные ложки корицы, 1 чайная ложка молотой гвоздики, 200 грамм сливочного масла, 220 грамм сахара и 3 столовые ложки меда. Этого количества теста хватает примерно на 35-40 пряников. Сразу оговорюсь, что я готовлю двойную порцию. Если вам не нужно так много пряников, то смело можете готовить половину этой порции. Начинаем с того, что взбиваем сливочное масло комнатной температуры вместе с сахаром. Взбивать нужно до пышности и побеления. У меня это занимает примерно 5 минут. Теперь добавляем яйца и хорошо все перемешиваем. Когда эта масса станет однородной, добавляем мед. Но перед этим его нужно будет немного прогреть в микроволновке, примерно около 10 секунд. Снова взбиваем и добавляем специи с содой. Как только вы это перемешаете, тесто изменит свой оттенок и станет более коричневым. Теперь пришло время муки. Ее лучше добавлять частями, в 2-3 подхода. И сейчас уже лучше миксер отложить в сторону и перемешивать тесто лопаткой. Тесто получается довольно густым и кажется, что липнет к рукам. Однако дополнительно добавлять муку больше не нужно, потому что сейчас тесто нужно разделить на две части, завернуть в пленку и поставить на 2 часа в холодильник, чтобы потом с ним можно было спокойно работать. Также можете это тесто сделать накануне вечером и утром уже начать печь пряники. Спустя пару часов раскатываем тесто. Кстати, оно у меня довольно твердое. Потому что я его поставила в морозилку, чтобы ждать не 2 часа, а 30 минут. Тесто раскатываем толщиной в 2-3 мм, после чего вырезаем пряники и ставим их на присыпанный мукой противень. Как только противень заполнится пряниками, ставим их в духовку на 7-10 минут выпекаться при температуре 160 градусов. А остатки теста можно снова собрать и использовать. Теперь займемся глазурью. Для нее нам нужно 2 яичных белка, 450 грамм сахарной пудры, 1 чайная ложка крахмала и 1 чайная ложка лимонного сока. Чтобы сахарная пудра сильно не разлеталась, ее лучше добавить в 2 подхода. Взбиваем нашу смесь, и она готова. Теперь вымешиваем нужные нам цвета. Старайтесь это делать быстро, потому что сахарная глазурь быстро застывает. Также, если она у вас получилась довольно густой, можете добавить пару капель воды. И теперь каждый цвет переливаем в кондитерский мешок. Вот столько цветов у меня получилось. У каждого цвета отрезаем немножко кончики и раскрашиваем пряники. Я решила начать с елочной игрушки. При закрашивании, если необходимо, можете помочь себе зубочистками. Еще, если хотите, можно сделать такие небольшие узоры. Здесь, каждый раз проводя новую линию зубочисткой, обязательно ее протирайте, чтобы не оставлять лишние разводы. Не забывайте также и про то, что их нужно упаковать в красивые коробочки. Такой ароматный и сладкий новогодний презент обязательно порадует своего получателя и расскажет ему о том, как он вам дорог. Ведь столько усилий было вложено в создание таких красивых пряников. Подписывайтесь на канал, буду рада вас увидеть здесь вновь. Спасибо вам за просмотр и счастливого Нового года!